Звенигородская «Звезда» и волгоградская «Динамо» «Синара» готовятся к последней схватке в этом сезоне. На кону 7-е место в турнирной таблице. В этом сезоне противостояние команд «Звезда», «Динамо», «Синара» уже 6-е по счету. Из них звенигородки один раз одержали победу, еще один сыграли в ничью. В «Звезде» верхнюю строчку бомбардиров по ходу сезона занимает левая крайняя Марианна Егорова. На ее счету 164 гола с игры и 48 реализованных пенальти. Несмотря на постоянное преимущество «Звезды» в счете, волгоградки сдаваться не намерены. Напряженная борьба продолжалась весь первый тайм. А статистика тем временем гласит, в «Звезде» лидирующую строчку по забитым мячам занимают София Пензева, Дарья Авдошко, Станислава Герасимова и Снежана Вертушкова. На их счету по 2 гола. В «Динамо» самыми результативными за первую половину игры стали Екатерина Долматова и Виктория Турусина. Они забили по 3 мяча. Вторая 30-минутка для гандболисток обеих команд непростая. Эмоции на площадке накалены максимально. Соперники не дают расслабиться звенигородкам, постоянно сокращая преимущество в счете. Встреча завершилась со счетом 26-24 в пользу «Звезды». Лучшими игроками матча признаны вратари обеих команд – Серафима Тиханова из «Звезды» и Надежда Колесникова из «Динамо». Был очень у нас тяжелый сезон. К сожалению, можно сказать, что немного стыдно за место, которое мы заняли, но очень горды за ту работу, которую мы проделали. 7-е место в этом сезоне Суперлиги занимает «Звезда». «Динамо» становится 8-м. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».